Омский региональный штаб отделения Общероссийского народного фронта обновился на треть. Выборы состоялись на ежегодной конференции, которая прошла в Конгресс-холле. Фронтовики подвели итоги 2016 года и пополнили команду. Из состава регионального штаба вышли 8 человек, на их смену пришли 11. По всей видимости, ОНФ усиливает экспертный корпус в образовательной сфере. В штаб приняли проректора Аграрного университета, директоров Крутинского лицея и Омской детской художественной студии, руководителя образовательного центра, а также двух юристов, двух бизнесменов, врача, полковника ВДВ и журналиста. Это моя коллега Жанна Толстикова. Для нас, для журналистов, это возможность в первую очередь, может быть, не решить проблему, но, по крайней мере, поставить ее, привлечь к ней внимание общественности. С помощью Общероссийского народного фронта местные проблемы, касающиеся, например, отдельной маленькой деревни где-то в регионе, можно придать федеральную огласку. И иногда только таким образом можно решить проблему отдельно взятого населенного пункта, отдельно взятой семьи и так далее. Сменился и руководящий состав регионального штаба, который состоял из 3 сопредседателей, ушла с поста. Одна из них, вместо Татьяны Хорошавиной, президента Торгово-промышленной палаты Омской области, заняла Людмила Жукова, о которой мы неоднократно рассказывали в нашем эфире. Она уже больше 10 лет борется с незаконными вырубками на северо-востоке Омской области и смогла привлечь внимание федеральных структур к варварскому уничтожению ценного леса.